Скажите, какое значение для русскоязычной общины в Нью-Йорке имеет издание русской рекламы и вообще печатное издание на русском языке? Это огромный праздник, 30 лет для любого отечественного издания, тем более наша община – это огромное событие. За годы своего существования газета «Русская реклама» помогла огромному количеству бизнеса добиться успеха, помогла людям встретиться, познакомиться, помогла найти работу. Я получал важнейшую информацию, люди квартиры арендовали, дома покупали. То есть какие-то услуги мне предлагались для газеты. Я говорил, что когда приехал в 1993 году, газета уже существовала. Я видел, одним из первых видел номера этой газеты, с тех пор, конечно, и размеры ее увеличились, число рекламодателей, число читателей, интернет-портал появился. Это огромное событие, потому что поздравил от имени Горсовета Нью-Йорка, газету «Русская реклама» с 30-летием, поздравил всех ее читателей, всех рекламодателей. Я лично об огромном количестве людей, я очень счастлив за сегодня. Спасибо.